Привет, дорогие друзья! С вами Нильф Горн, это средневековые инженеры, и сегодня мы посмотрим такую подземную горную постройку. Целый город даже, наверное, под землей. На самом деле, я даже вовнутрь не заглядывал. Вот это вот вход. Давайте начнем, наверное, снизу. Я даже вовнутрь еще сам не заглядывал, то есть я буквально-таки буду все исследовать вместе с вами и смотреть вместе с вами. Все-таки в первое впечатление оно, наверное, самое важное, ну, лично для меня всегда было. Конечно, оно может быть обманчивым и тому подобное, но все равно. И давайте посмотрим. Ого, уже эпичненько, по крайней мере, вид этого всего уже так впечатляет. Это, я так понимаю, самый главный вход здесь уже даже вот. То есть защита небольшая предусмотрена. По крайней мере, кто заходит сюда, сразу поймут. Сделано очень прикольненько смотрится. То есть, смотрите, даже если кто-то здесь будет прорываться, враги, то есть лучники или какие-нибудь стрелки могут расстреливать этот мост. Это очень классно сделано. Симпатично, мне очень нравится. Проходы, заросшие проходы. Будем считать, что это брошенный некрополис. О, точно! Люблю я создавать легенды городам, которые создали другие. Да, не забывайте, что эта постройка не моя. Сам я создавать не собираюсь ничего пока что. Это постройка человека Peaky Blinders. То есть ссылка на его постройку и его аккаунт будет. Так что, ребятки, хо-хо-хо-хо. Это круто. Офигеть, это что такое? Это что? Прикольненько. Что это такое может быть? Конвейер, не знаю. Сцена. Сложно предположить. Очень большая постройка, на самом деле. Я уже немножко заблудился. Так, ну что это может быть такое? Мастерская, что это подразумевалось? Честно говоря, я как-то в смятении, что это такое может быть. Черт возьми, как это так, а? Либо это хранилище чего-то, может быть, материал. А, может быть, это весы подразумеваются какие-нибудь. Вполне может быть и такое. Так, давайте дальше посмотрим. Ну, раз я здесь спустился, то... Ого-го, что-то там впереди. Я тут еще куда-то ниже. Ребятки, чувствуется, тут не одно... Понятно, это у нас сразу тронный зал здесь. Ребятки, сделано очень симпатично. По крайней мере, впечатление очень приятное. Прям... Еще музыка так подходит. Прям... То есть тут какой-нибудь подгорный король. Приведите там жаждущих или требующих, или что там, как там говорили короли. Давайте посмотрим дальше, что у нас с постройками. Так, давайте я немножечко включу полет, потому что нужно определиться, куда мне теперь. Давайте вот наверх сначала, тогда верхнюю часть осмотрим, то есть чтобы... Ниже не спускаться здесь у нас. Черт возьми, да я точно заблужусь, потому что проходов, заходов и переходов здесь что-то не маленькое количество. Ну, здесь вот какая-то коморка, ладно, здесь просто комнатушка. Притом стена закрытая, стена, что-то с той стороны, возможно, есть. Так, давайте посмотрим, что выше. Может быть, здесь... Здесь какие-то мосты висячие. Балки, смотрите, все укрепления, все есть, переходы. Ух, зал совещаний. С камином большим. Класс, еще выше можно. Ну, вообще шикарно. Здесь у нас тоже какой-то стол. Здесь отдыхают люди. А, вот эта каморка, это...
Честно говоря, я не могу представить, для чего она нужна, потому что вот вы так вот смотрите вниз. И для чего она? Ну, не знаю, может быть, кто-нибудь подсчитывает товары или смотрит, какие люди проходят. Или первый тревогу объявляет. Не знаю, честно говоря, для чего делано. Давайте посмотрим что-нибудь дальше вот здесь вот. Классно, очень классно сделано в том плане, что вот эти все переходы из пещеры в пещерку, то есть всяческие мосты, это все симпатично, это самое главное, это интересно. Интересно посмотреть, интересно оценить. О-о-о-о. Я стараюсь как бы так, чтобы вот это круто сделано. Это амфитеатр, либо театр какой-то. Ребятки, вот это очень круто сделано. Блин, шикарно. Это просто шикарно. Так, давайте включим полет, потому что я хочу оценить это все. Тут и грибочки, смотрите, и сцены, похоже. Да, сцена поворачивается. Ой, классно. Ребята, это очень классно сделано. Деревья, смотрите, посажены. Притом это, смотрите, еще механизмы, то есть это декорации опустить или поднять можно. Здесь опустить или поднять освещение можно. И, похоже, тут даже можно занавес опустить. Вот. Вот это круто, ребятки. Чел заморочился просто по полной программе. Смотрите, что здесь прям какой-то механизм поворотный. То есть это еще куда-то наверх чего-то. Господи. Это очень сильно. И, ребятки, смотрится это просто масштабненько. То есть человек вложил такую немаленькую идею. Здесь у нас, смотрите, выход на сцену. Немаленькую идею вложил во все это. То есть он полноценный город уже сделан. По крайней мере, мы уже видели большой зал для короля, его как бы место, где он принимает людей, трапезную, где еще какой-то типа завода, это похоже ложа главного, главная ложа, так сказать, какое-то предприятие наблюдали. То есть так, здесь у нас под сцену, смотри-ка, что да тут вот под сценой, смотрите, то есть крутит этот верхний. Очень прикольно в том плане, что реально здесь очень много идей. Опускать, поднимать я уж, наверное, ничего не буду, и так понятно все. Так, давайте здесь, здесь у нас как раз таки спуск под сцену был, ведь да, или это уже другое что-нибудь? Нет, это похоже уже другое что-то. Это уже под самим залом. То есть здесь трапезная. Все, кто хотят отдохнуть, перекусить, пожалуйста, милости просим. А, вот как раз-таки выход к королю здесь. Странно как-то так. Из театра сразу попадаем в приемную короля. Так, здесь я уже вниз иду. Давайте перейдем обратно в театральную. Единственное, что здесь, конечно, вот как-то освещение какое-то такое, ну, как бы это правильно назвать, не то что не динамично, ну, серо, конечно, вот освещения не хватает света. Я понимаю, что везде не поставишь его, но все равно. Так, здесь вот как раз таки конец. Так, вот в эти комнатки давайте зайдем. Что у нас здесь? У нас здесь вот немножко недоделано, но это ладно, это уже ерунда, в принципе. То есть верхний ярус. Здесь у нас... я отсюда и попал, собственно, понятно. Здесь у нас конец. То ли недоделано, то ли не докопали еще, не прокопали туннели. Не знаю, по какой уж причине там их нету. Давайте посмотрим, что вот здесь вот тоже интересно. А, здесь как раз вход на этот балкончик. Очень интересно сделано. Конечно, есть, ну, мелкий, не то что недочетный. Нельзя так говорить, конечно. Человек проделал огромнейший труд, и притом очень интересный труд, который, блин,
не каждый может это вот и прокопать все, и построить, и идею реализовать. Это, конечно, очень круто сделано. Так, давайте-ка, знаете, я вот куда бы хотел наверху еще попасть. Я же вот сразу тут повернул и в башню вот начал спускаться. Так, давайте вот здесь вот сначала еще спустимся, посмотрим, что вот здесь. Может, здесь проход в другое место куда-нибудь. Ох, невероятно длинный туннель. Так, это еще ниже куда-то. Ну, нифига себе. Чё-то большая пещерка. Ого-го. Так, ну, я знаете, что предполагаю? Это что-нибудь типа шахты какой-нибудь. Да, это явно что-то типа шахты, видно, карьер какой-то. То есть здесь как бы добывается что-то. Вот, пожалуйста, вам вагонетка. Камни валяются, то есть понятно, здесь идет добыча как раз-таки, наверное, какой-нибудь, каких-нибудь руд, каких-нибудь полезных ископаемых, может быть, бриллиантов, алмазов, так сказать, богатейство короля и царства егоного, так скажем. Ребятки, Мне нравится. Мне всегда нравились какие-нибудь именно такие вот подземные, масштабные. Я как раз говорил, что копи Мордора или что-нибудь в этом роде. И вот очень такое вот мне нравится вот здесь вот. Такое вот подземное, такое мощное. Ну, то есть вместо стен и мощных башен здесь защита — это толщина гор, как бы породы. Это, конечно, ну, сурово. Так, посмотрим, что вот здесь вот за туннель. То есть куда-то, видите, я уже наверх куда-то опять подбираюсь. Попытаемся это все ускорить. Так, и тут... Главное, такое, знаете, суровая тетка с такой с бумагой. Вот мне сразу представляется, с какой-нибудь тетрадью такой, с ручкой. Всех записывает. Так, это у нас... Ну, ну, честно говоря, странная какая-то вещь, особенно вот этот вот спуск, и вот здесь вот как бы из земли вот этот вот помост. Ну, не знаю, что здесь может быть. В идеале, вообще в идеале, ну, мне так кажется, здесь бы должны располагаться орудия, то есть катапульты какие-нибудь, баллисты, что-нибудь в этом роде, то есть которые бы... стреляли бы, ну, вдаль, то есть если кто-нибудь захочет напасть и пробиться в это государство, то есть они обстреливали бы, ну вот так вот я это представляю, либо здесь еще что-нибудь недоделанное, либо не хватило создателю терпения, ну здесь вот тумбочка, хотел сказать, какое-то небольшое жилое помещение. Так, давайте дальше посмотрим. Ну, я надеюсь, что оно не достроено, потому что есть, конечно, ну, какие-то такие моменты, которые, ну, удивляют, и хотелось бы помасштабнее, что ли. Я не спорю, что я не вправе требовать, конечно, не я создавал и не мне как бы судить, но как вот со стороны игрока, так скажем, да, я бы, конечно, еще добавил. Но то, что уже проделано, это... поистине огромнейший процесс. Так, вот эти выходы на эти балкончики, как раз с которых расстреливали бы и стрел, там, арбалетов, еще каких-нибудь орудий. Так, а это что за мост? Я тут точно не проходил, ребятки. Вот, вот... Чем мне, я и говорю, что вот чем мне эти туннели вот и все всяческого такого рода, именно такого рода постройки нравятся, тем, что каждый раз, когда вот вы проходите, вроде бы все изладил уже весь верх, да, но вот есть какой-то мост и вот, то есть там вот туннель. Как туда попасть? Так, ладненько, давайте, знаете что, мы сначала вот здесь вот в нижние ярусы сходим тогда. Тут я точно знаю, есть куда-то проход, там просто я вроде бы все уже посмотрел. Давайте посмотрим, очень глубоко, ну раз там в одном месте шахты, это у нас что такое?
Это что-нибудь типа тюрьмы, да, скорее всего, типа тюрьмы, то есть даже вот засовы, двери даже есть, я смотрю, явно что-то типа тюрьмы, прям-таки, да, точно, сверху тут ходит охрана, смотрит. Так, небольшая, конечно, тюрьма, но, может быть, здесь и нарушений очень мало, поэтому она такая небольшая. Так, у нас дальше еще проход есть, давайте посмотрим. Идей, конечно, здесь много, очень много. Единственное, что, ну, я бы хотел, лично, хотел бы видеть, конечно, это все в более масштабном варианте, но понятно, что на любую постройку нужно не только иметь воображение, но и терпение, и желание это все строить. Это что это такое? Это прям-таки какие-то шестеренки, смотрите. Переходы, так, это автоматизация дверей наверху. Черт возьми, это что такое? По-моему, знаете, что это такое? Да, это бой на арене. Вот так вот. То есть, смотрите, вот как раз здесь вот, ну, наблюдатели. Да, вот, вообще круто. То есть, да, это реально арена. Ребятки, наверху, смотрите, здесь тоже. Ух ты, невероятно, невероятно. Очень круто сделано все. Так, ну я как-то как будто бы, знаете, прошел с черного хода. То есть, ну, с того прохода, откуда приходят, ну, приходят бойцы, рабы, я не знаю, какие-нибудь звери. С кем там еще? Кто с кем дрался-то? Люди против зверей. Гладиаторы. Вот еще туннели. Давайте по ним походим, может быть. Вот, похоже, я нашел, куда выход на... Так, ладненько, хорошо, отлично. А вот здесь вот... Черт возьми! Как много же здесь туннелей! Так, это у нас... Ага! Круто! Ребята, круто, очень круто. Это выход к королевским как раз-таки... Вот еще про... Да... За каждым углом скрывается какой-нибудь допроходик. Это очень, даже, ребята, очень круто. Меня прям это радует и радует. Так, хорошо, отлично. И теперь я куда? Это что такое? Так, ну, это подразумевается, наверное, здесь король почивает. Но вот это вот что? Ну, на туалет очень похоже, на самом деле. То есть, на что еще? Око Саурона. А, ну да, смотрите, там прям-таки наверх тоже куда-то. Может быть, это и подразумевается, что какой-нибудь глаз смотрящий или что-нибудь в этом роде. Так, ну еще сразу. А, вот оно что. Да тут не так-то все просто. Тут как раз-таки проход к... театру. Потом у нас проход еще куда-то ведет. Сейчас мы оценим. Оценим это обязательно. То есть, я так понимаю, король может проникнуть из своего... Ему даже далеко ходить не нужно. Он с трона такой вот перебежками из одной комнаты в другую перебегает. Так, здесь у нас раздвоение идет туннеля и... Вот оно чё. Здесь кто-нибудь может... Прикольный такой и зрачок. Вот так вот сверху. Это классно смотрится. Как раз такой зрачок. Вау. Очень классненько. Не знаю, конечно, смысл этого. Но сделано смыслей. Ну, явно, что со смыслом каким-то сделано. Так, и вот мы нашли этот проход по этому мосту большому. Интересно, что там... А, вот сейчас, я думаю, на арену выведет. Мне так кажется. Вот прям я чувствую. Ну, а это черный ход, который король еще для себя не вырыл. Вот так вот. Пусть это будет так, но скорее всего, ну как видите уже, то есть не доделано все. И, ну, не все еще доделано, то есть здесь еще мысли. Очень интересная постройка и прям вот респект и уважуха. Ссылка на постройку будет под видео, если вы... Желаете, можете скачивать, смотреть, играть, оценивать, то есть все от вас зависит. Как бы
рушить здесь я даже ничего не буду, потому что реально очень интересно и очень классно. Ну и стен здесь нету, чтобы так эпично как-то что-то разрушить. Сами понимаете, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, потому что чем больше лайков, тем больше выходит видео. Давайте наберем 50 лайков и будет новая серия. То есть 50 лайков обеспечит вам выход новой серии средневековых инженеров. То есть мы посмотрим еще какую-нибудь интересную построечку. Так, я бы хотел в центральный зал попасть. Посмотрим еще какую-нибудь интересную построечку. Присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте. Всем всего хорошего. С вами был Нильгорн. Пока.